Тони Джекири возвращается после того, как пропустил серию с «Зенитом». В этой серии Воронцевич получает горшка от Мотли. Джекири, очки второго шанса. Браун, еще одна попытка издали, она не точна. Мотли на подборе. Он может сам пройти через всю площадку, но его накрывает Джекири. Паунич делает это со средней дистанции. И такой волейбольный блок от Воронцевича. 3-2 уходит Уникс, а Джерон Джонсон промахивается с убойной дистанции. Но на такие случаи есть Тони Джекири. Перехитрил оборону Уникса, но не всю. И накрывает его Воронцевич. Уникс бежит. Хезунья, какой шикарный пас на Джекири. Баунс-пас о паркет. И причем вокруг своего оппонента. Шикарный эпизод, в котором Хезунья не пожадничал. В серии за бронзовые медали Единой Лиги ВТБ нигерийский центровой Уникса в строю. И это, конечно же, шикарные новости для казанцев, которым было бы довольно-таки сложно без своего основного центрового работать в этой серии. Но Джейлон во второй половине этого матча очень хорошо работает. Тони Джекири со средней дистанции попадает, и Уникс продолжает держать. Емченко, судя по всему, до конца матча отправляется на скамейку запасных. Джекири сегодня хорошо атакует со средней. Не хватало Тони Джекири Униксу в серии с «Зенитом». Возможно, именно Джекири мог бы стать фигурой, которая в передней линии могла бы достойно отработать. Пас на Лоренцо был, но Марио Хезунья его в итоге получает в угол на Джекири. Да ладно! Джекири треху попадает! Тони Джекири забил свой первый трехочковый в профессиональной карьере. Слушайте, но Тони Джекири MVP этого матча, очевидно, с точки зрения стабильности. Тони Джекири забивает 8 из 8 попыток с игры. Делает 4 подбора, перехват, блокшот. Но еще, конечно же, Тони Джекири, напоминаю, вернулся после травмы.